в круглой картонной коробке или просто на полке, прикрытая тряпкой, говорили хозяйка ее из робких, если носит такую безумную шляпку. Эти перья нелепые, с ушками сетка, черный бант на полях из нейлоновых кружев, говорили хозяйка ее про фурсетка. Или, Боже помилуй, чего и похуже, хоть слова эти были ужасные, гадкие. Шляпка все же считала немного иначе, что хозяйка ее в совершенном порядке, даже в большем, чем те, кто об этом судачит. Всем утром ощущала под кладкой атласной, лежа где-то в шкафу на трюмо, на комоде, что хозяйка купила ее не напрасно, и они идеально друг другу подходят. Чтобы там не плели о бесстыдстве и сраме, сколько б там ни возникло моментов неловких, но как здорово было гулять вечерами, восседая на самой прекрасной головке. Ведь никто не заметит печального взгляда под вуалью искусно пришитой по кругу. Шляпка знала о том, как хозяйка ей рада, ведь они идеально подходят друг другу. Вот такая получилась у нас шляпка. Под прекрасную. Прекрасную песню на стихи Юлии Вихаревой исполнил Игорь Малыгин. Ну, очень взгляд, песня просто чудесная. А мы с вами рисуем на тему «Женская шляпка». На этом, я считаю, мастер-класс закончен. Спасибо за внимание. Удачи вам в ваших удивительных работах. До свидания.